Задача очень простая. Выяснить, кто кого. Огнемет против водомета. Сыграем. Давайте. Ребята, надо зажечь газ, надо вот туда уйти, блядь. Здесь никого не будет стоять. Давай, давай, давай. Газ зажигай. Зажигаем! Все, уходим. Уходим. Стой! Давай с пыленкой по кругу можешь дать, нет? Все, отлично. Залил. Все хорошо, я уже слил. Все отлично. Парни, вы целы? А как он прошел? А он чуть выше дал, а он под него попал, понимаешь? Опять вы сжулили. Сейчас сразу. Что, хочешь второй раунд? Она держалась, ты видел, да? Она держалась, реально очень долго держалась. Он попадал прям четко. А потом, короче, чуть-чуть, вот он буквально пропустил ее, да? То есть, или там давление чуть упало, она прям четко снизу получается, ушла. Получается, там упало или здесь? А здесь струя прошла ниже, чем, то есть, короче, сначала они стояли в стык, а потом давление чуть просело. И она не по центру пошла, а уже по краю. Прямо четко вниз. Надо было ее ловить. Тебе надо было чуть, да, то есть лафетом вниз. Лафет надо было вниз ловить. Или струей уже бить именно по огнемету для того, чтобы сбить струю там. А струя уже полетела, она уже летит, ей уже все равно. Да. Вот у нас граница опаленная, это то, как он стоял. Вы сейчас хотите сделать более широкую струю? Ну, конечно. Она его защитит. Но ее надо будет тогда еще раз выставить в уровень. И опускать. Уровень вспышка и сразу вниз. Да. Меньше секунды. Готовы? Готовы? Да! Парни, в этот раз вот мы это... победили. Слушайте, они просто две струи встали, на месте стояли. Ну, парни, блин, крутяк вообще. Это... Спасибо, Алексей, вам. Спасибо, супер. Саша. Это спасибо было вам. Потрясающе. Отлично. Илюха, отличный огнемет, потрясающий. Парни, вам не нужно огнемет?